Нижегородское театральное училище было открыто в 1918 году при городском театре. Его основал актер и режиссер Николай Дмитриевич Лебедев. В 1922 году театральная студия получила отдельное от театра помещение и была переименована в Нижегородский государственный театральный техникум. Я работаю 30 лет, веду сценическую акробатику. Готовлю ребят для того, чтобы они красиво ходили, все делали, стояли на голове, делали шпагат. То есть физическое развитие. Акробатика – это жизнь. Это и моя, я до сих пор стою на голове. В училище 4 отделения – драматическое, кукольное, хореографическое и театрально-декорационное. С 1921 года его закончили почти 2000 выпускников, в числе которых Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный, Евгений Меньшов, Андрей Ильин и многие другие. Почему я выбрал Горьковский, я не знаю. Хотя мама мне сказала, куда ты едешь? Туда Ленин в ссылку ссылался. Ну, Харьков и Горький, это же далеко. Я так благодарен городу Горькому за то, что моя молодость, юность, даже отрочество, будем так, из 15 лет, сформировалось здесь. Я получил профессию, я здесь служил в армии. И у меня даже, я вам скажу так, мне город Горький подарил жену. Сейчас училище – это уже самостоятельная школа с колоссальным опытом и укоренившимися традициями. Училище, оно плодоносит. Кадры есть. Есть ребята, которые остаются в Нижнем, скажем так, получив среднее профессиональное образование. Есть те, кто поступает, допустим, в ГИЗИС, в вузы уже с целью получить высшее профессиональное образование. Соответственно, я думаю, что обсудим мы с руководителем перспективы развития. Я со своей стороны все сделаю, всем помогу, чем смогу. На данный момент кроме своей основной квалификации, студентам также предоставляется возможность изучать профессиональные навыки дизайнера, балетмейстера и декоратора.